Анжел! Прошу. Что ты мелешь? Я знаю, что я мелю. Заткнись! Рот свой закрой, дрянь. Яна, погоди. Ну нельзя же. Ну действительно, ну перестаньте, девочка. Какого черта я должна все это терпеть? Ну и давай, давай, вали отсюда, сестренка. Никто тебя не держит. Аня, прекрати. Что ты делаешь? Я что хочу, то и делаю, мой хороший. Понятно тебе? А кому не нравится, пусть катятся к дряням матери. Яна! Анюта, ну зря ты, ей-богу. Слушай, Дугин, а Дугин, а тебе-то чего надо тут? Миротворец ты хренов. Какое тебе до всего этого дела, а? Вообще-то я с пьяными женщинами предпочитаю в разговор не вступать. Да ты чё? А ты во что с ними предпочитаешь вступать? В половые связи? У Вадима больное сердце. И ты прекрасно знаешь, что ему нельзя нервничать. Прекрати немедленно. Да пошел ты! Ну что, довольна? А чё я-то? Я не знаю, по-моему, я выражу общее мнение, что веселье на сегодняшний день закончено. Слава богу. Извини, Игорёк, ну так уж. Да ничего у вас, ерунда. Пьяная баба башке не хозяйка. Это точно. Ты сейчас куда? На дачу. А может быть, домой? Да нет уж, на дачу, на дачу. Задыхаюсь я здесь. Воздуха я хочу, воздуха. Ой, и Анюте, да не гундось ты. Я надеюсь, и Анюте на кислороде тоже полегчает. Ладно, до понедельника. Да, кстати, в понедельник должны привезти бумаги насчет этого пентхауса на Подъедческой. Ты знаешь, там надо много чего еще сделать. Вадик, я тебя умоляю, не учи своего зама, как работать. Отдыхай. Пока. Все под контролем. Хорошо. Значит, подъезжай к Озеркам. Ну, ты знаешь, куда. Я тебя подхвачу. И вместе поедем. Ну ладно. Ну все-все. Ну все будет в порядке. Не волнуйся. Капитан! А, это вы. А у нас тут вот. Жена жива. Отвезли в больницу. А этот? Вижу. Покажи. Вот. Свободен. А ты говоришь, зачем я тебя сорвал? Сходишь, глянешь? Да чего я там не видел? Забурел. Или жопу лень поднять? Да пошел он. Не надо было голову нам морочить. Петенька, я тебе 100 раз уже повторял о покойниках. Либо хорошо, либо после эксгумации. Ведь он наш клиент. Угу, был. Человек пришел к нам за помощью. Прошло 3 дня, и он труп. 3 дня, Волков. Доброе утро. Что-то долго. Да часы потерял. Кофе для господина Волкова. Ну вот, а пока знакомьтесь.
Заславский. Вадим Николаевич. Волков. Петр. Спасибо. Лошадиные дозы у вас, Петр. Лошадиные дозы, лошадиное здоровье. Ага. У меня и седло есть. Ха! А у меня всегда с Серчишком было не ахти. Так что я в основном водочку. Вадим Николаевич, я вас попрошу для господина Волкова. Повторите еще раз вашу историю. Конечно. Значит, дело такое. У меня, собственно, небольшая риэлторская фирма. Ну, не бог весть что, но и жаловаться тоже грех. Ну, вы сами понимаете, современный бизнес – это дело сложное, хлопотное, небезопасное. Так что иногда приходится вступать в контакт с некоторыми структурами, авторитет которых может обеспечить в некоторых вопросах эту, как бы это сказать, пресловутую безопасность. Господин Заславский, позвольте перевести ваш витиеватый спич на русский язык. У вас фирма. Да. У фирмы есть крыша. Это нормально. То есть это, конечно, не нормально, но это факт, так? Так. Кто? Я не могу конкретную фамилию. Вадим Николаевич. Савелий. Савелий? Савелий, это ничего. Это вам даже повезло. В общем, крышует вас Савелий. Уже нет. Видите ли, он в некотором смысле погиб. Умер. Угу. Когда? Да уж, больше недели. Надо же, как бывает. Такой человек. Вот уже больше недели, как в некотором смысле, умер. А я об этом до сих пор в некотором смысле понятия не имею. Спишь долго. Ну-ну, продолжайте. Ну, видите ли, я лично Савелия хорошо не знал. Он в дела нашей фирмы никогда не вмешивался. Его в основном интересовали деньги, как он сам говорил, чтобы в полном объеме и вовремя. А тут, после его смерти, через несколько дней ко мне в кабинет зашел человек. Сказал, что он Чика, и я теперь его. Хорошее начало бизнеса, не правда ли? И дальше он бегло ознакомил меня со своими планами относительно нашего сотрудничества. Короче, мы сливаем ему стариков в перспективных квартирах с видами на тот свет. Они этих стариков опекают, те отписывают им жилье и в скором времени скоропостижно отбывают в мир иной. Ну, о последней части он, разумеется, ничего не сказал, но, сами понимаете, догадаться ведь несложно. Нет, я пытался проявить некоторую твердость. Дескать, смерть Савелия – это огромная потеря для нашей конторы, но ведь еще не факт, что мы нуждаемся именно в помощи Чики. У нас же могут быть какие-то свои, я не знаю, собственные планы. На что он мне ответил, что решать, конечно, мне, но вот у Савелия тоже, наверное, были планы. А вот как получилось. И ушел. И что? В каком смысле? Что? В прямом. Что вы от нас хотите? Помогите. Честно. Только мы... Вадим Николаевич, давайте-ка мы с вами сделаем так. Вы сейчас езжайте на работу. Мы с господином Волковым обсудим ваше дело и свяжемся с вами к вечеру. Но вы мне поможете? Мы обдумаем, чем мы сможем вам помочь. Да. Странно, что вы не спрашиваете о вознаграждении. В каком смысле? Но это я в том смысле, что если вы все-таки беретесь мне помочь, то я обещаю вам очень приличный, я подчеркиваю, очень приличный гонорар, а это так для первого знакомства. Конечно, конечно. Само собой, разумеется, ведь за просто приличные мы не работаем. Всего доброго, до вечера. Скажите, а что если этот Чика, он... Тогда вы скажете, что свяжетесь с ним завтра. А сегодня вы поминаете Савелия. Кстати, ему бы тоже не грех.
Угу. А почему я сегодня поминаю Савелия? Потому что сегодня 9 дней со дня его смерти. Да-да-да. Надо же. Такое вот совпадение. Чика. Чикалев Леонид Петрович. 1969 года рождения. Смотри-ка, уже авторитет. Так чужие дети растут быстро. А подонки так просто стремительно. Один вопрос. Зачем нам эта мутатень? Петенька, это не мутатень. Это раб Божий пришел и просит нас о помощи. Значит так, у раба Божьего крышу завалили. К нему приходит другая крыша и вяжет свои узлы. Раб Божий на чистом глазу просит нас с него стрелки перекинуть. На кого? На себя, что ли? Не знаю. Вот ты в этом и разберись. Значит так, я сейчас еду к Чике, строю его по полной программе, говорю, чтобы слезал с Заславского, так как теперь крышуем его мы. Думаю, часа за два управлюсь. До связи. Ох, Петя, хороший из тебя опер вырос. Ну так чужие дети быстро растут. А кретины так просто стремительно. Не понял. Правильно. Ни черта-то не понял. Сам же сказал и сам же не понял. И я повторяю. У раба Божьего завалили крышу. К нему пришла другая крыша и вяжет свои узлы. И раб Божий на чистом глазу просит нас перекинуть с него стрелки. Бред. Бред. Я это понимаю. Ты это понимаешь? Понимаю. А дурак Заславский не понимает. Ну и к чему мы клоним? Ай, не знаю. Я только чувствую, что он половину из того, что сказал, наврал. То, что Савелий никуда не лез, да я в это никогда не поверю. Вранье. То, что Чика пришел, предложил и ничего взамен не получил, вранье. Не поверю. Блин, так тогда тем более. Он нам вешает, а мы что должны? Вписываться в темную? Петенька, смена крыши в бизнесе давно уже не событие. А у Заславского от страха очко. С игольное ушко. Он очень чего-то боится. И пришел он к нам неспроста. Ах ты... Я сейчас. Алло, Гурский? О, сколько лет, сколько зим. Чего тебе надо? Ничего себе разговор. А как же про как дела и куда пропал? Это для друзей. А ты, друг мой, еще ни разу мне без умысла не звонил. Поэтому не будем зря колыхать воздух. Чего надо? Не угадал. Я как раз звоню сказать, чего не надо. Не понял. Саша, лезь тебе в это дело не надо. Если что-то будет нужно, я сам тебе позвоню. Хорошо? Честно говоря, я не понимаю, о чем мы говорим. А то бы обязательно поддержал беседу. Куда не надо лезть? Какое дело? Гурский, не беси меня. Чего ты до меня докопался? Я вообще в отпуске. Вообще в отпуске, понимаешь? Сижу на даче, никого не трогаю. Звонит тут, наезжает. Чихать я хотел вообще. Ну, чихай, раз хотел. Апчхи. А здорово я тебя разыграл? Здорово. Ну так мы договорились? О чем? Саша. Что? Откуда узнал? Ну, сейчас. Разбежался. Не вынуждай меня, Саша. А что ты мне сделаешь? А? Что ты мне, Петь, сделаешь? Может, пухнешь на меня громко, а я испугаюсь? Капитан! Да. Что случилось? Почему здесь посторонние? Это что, проходной двор? Заберите гражданина и проверьте на предмет установления его алиби. И вообще, как он здесь оказался? Оно мне надо? Оно мне надо! Товарищ капитан, какое-то недоразумение. Я известный журналист, и мои источники... Бьют ключом! Пройдем! Только без рук, прошу вас. Волков, я тебе это еще припомню! Капитан, ну кого вы слушаете? Ну у вас же есть хоть капля здравого смысла! Нету! Петров, где? Значит, никаких следов насильственной смерти. Никаких. Если, конечно, аварию можно назвать насильственной смертью. О чем вы? Авария здесь вообще ни при чем. То есть?
Ну, у покойного Заславского произошел инфаркт, поэтому и авария. Погодите. Сначала инфаркт, потом авария. Не потом, а вследствие. Доктор, вы уверены, что не наоборот? Уверен. У него вообще сердце было не очень. Так что... Спасибо. А в какой палате находится его жена? В 7-й. Спасибо. Да-да. Добрый день. Здравствуйте. А мне сказали, что в этой палате Анна Заславская. Авария на трассе. Ее уже нет. Что? Ее обследовали, все нормально, она уехала домой. А. Спасибо. Пожалуйста. Добрый день. Моя фамилия Волков. Я вам звонил. Да, я в курсе. Даже не знаю, с чего начать. Начните с куртки. Спасибо. Никогда не умел приносить соболезнования. Поэтому, если можно, давайте сразу перейдем к делу. Я, надо сказать, удивлена вашим приходом. Вроде как делом занимается милиция, а тут какое-то частное бюро. Вы... Все очень просто. Дело в том, что незадолго до гибели ваш супруг обратился к нам с просьбой помочь ему в одном деле. В общем-то, его смерть автоматически аннулирует его просьбу. Но у нас осталось несколько вопросов, если позволите, конечно. Да, конечно. Вас как зовут? Петр. Петр, я буду коньяк. Вам не предлагаю, вы из милиции. Вам на службе нельзя. А я, в общем-то, не милиция. А похоже. Вообще, Вадим был очень здоровым мужиком. До 40 лет он вообще не жаловался на свое здоровье. В юности он играл в сборной по футболу. Я не помню, как эта сборная называлась. В общем, не было никакого повода тревожиться. А потом, в последнее время, он стал жаловаться на сердце. Обращались к врачам? Обследование? Каким врачам? О чем вы говорите? Сколько раз я просила его? Я умоляла его лечь в клинику на обследование. Я говорила ему, не нравится в Швейцарии, найдем здесь. Все шутки шутил, все бестолку. Почему? Потому что дурак. Потому что все вы дураки. В свою работу впряжетесь, как умалишенные, и пашете. Вам кажется, что без вас этот мир рухнет. Да, мы такие. А в последнее время, когда пару раз его прихватило, он стал носить с собой валидол. На всякий случай. Анна... Как вас по отчеству? Просто Аня. Угу. Аня, не могли бы вы рассказать, как прошел вечер непосредственно перед аварией? Вы знаете, если честно, этот вечер я очень плохо его помню. Я понимаю, такие вещи не очень приятно вспоминать, но все-таки. Дело не в этом. Дело в том, что я в этот вечер очень сильно напилась. Очень. Мы ужинали в ресторане в узком кругу. Вадик, его заместитель, друг детства Игорь Дугин, я и моя сестра Яна. А у меня с утра было очень плохое настроение. Мне, если честно, вообще этот забантуй был поперек. Но Вадик сказал, что, может быть, я наоборот развеюсь. И вот, развеялась. Я вела себя, так скажем, не лучшим образом. Я разругалась со всеми, а особенно с Янкой. Она до сих пор со мной не разговаривает. Понимаете, мы с Янкой, если уж ссоримся, то только искры летят. Одинаковые заряды, а они отталкиваются. Вот тогда мы здорово оттолкнулись. Хотя, если честно, это я оттолкнулась. Господи, если бы можно было все повернуть назад. Понятно. Скажите, а в чем заключалась причина вашей ссоры с сестрой? Ерунда. Ничего особенного, ничего личного. Так началось все как обычно, слово за слово, и понеслось. Я и не помню толком. Скажите, а Яна была тоже нетрезвая? В том-то и дело, что нет.
Она вообще не пьет. Трезвенница. Понятно. А потом? А потом... Потом я... Я помню только удар. Какие-то носилки. Потом уже больница. Кошмар. Какой это все кошмар. Нелепость. Вадима уже нет, а я... Давайте. Залпом, как лекарство. Угу. Добрый день, моя фамилия Волков, я звонил. Да, здрасте. Проходите. Спасибо. Вы Яна? А что, что-то не так? Но вы... ваша сестра. Понятно. Судя по вашей реакции, с моей сестрой вы уже познакомились, да? Да. Может, все-таки пройдете? Спасибо. Проходите. Вы меня извините, я просто не ожидал. Ничего, я привыкла к такой реакции. Присаживайтесь. Спасибо. Ну? Плакала? Кто? Моя копия. Немного. Коронный номер. Слезы во всю подушку, сопли пузырями. Осмелюсь заметить, что ваше отношение с сестрой милыми назвать сложно. Дрянь. Просто дрянь. И имейте в виду, если кто виноват в смерти Вадима, то это она. Что вы имеете в виду? Вадим Николаевич Заславский умер от инфаркта, есть медицинское заключение. Инфаркт. Вот именно. Анька сама по себе инфаркт. Странно, что он еще так долго протянул со всеми ее выходками. Яна. Видите ли, какое дело? Это довольно серьезное обвинение. Вы отдаете себе отчет? Отдаю. Только в этом уже нет никакого смысла. Вадима нет, а все остальное это просто слова. Пшик. Понятно. Но тем не менее, не могли бы вы мне рассказать, что же произошло в тот вечер, накануне аварии? Конечно. Только рассказывать-то, собственно говоря, нечего. Все были как не в своей тарелке. Не надо было вообще туда ехать. Вадик был какой-то наигранно веселый, Анька, как обычно, с кислой рожей. Типа, пусть весь мир встанет и извинится перед ней. Тут еще Игорь со своим фотоаппаратом. А я, вы знаете, я фотографироваться вообще не люблю. А ему приспичило. Ну, а потом эта кобыла нажралась, и ее понесло. Ничего нового. Подобное случалось и раньше? Не надо ловить меня на слове. Я как-нибудь сама. Угу. Хорошо, извините. Так вот, Анька оскорбила всех. Игорьку нахамила, меня... Игорь Дугин? Да. Меня вообще с грязью смешало. Сдолбало меня все это, и я ушла. Вадик пытался меня остановить, но у меня уже не было сил вернуться. Вот и весь рассказ. Понятно. Яна, а могу ли я взглянуть на фотографии того вечера? Конечно. Спасибо. Вот, пожалуйста. Спасибо. А можно я их на время возьму? Да, конечно. Только верните их, ради бога. Все-таки это последние фотографии Вадима. Само собой. Скажите, а зачем вам все это надо? Вы ведь не из ментовки. Частное бюро. Мое дело маленькое. Начальство приказало, я исполняю. Уж извините. А вы всегда такой послушный? В каком смысле? Идите сюда. А?
Что за дела? Простите. Простите. Правда, просто долго объяснять. Со мной такое бывает. Просто простите и забудьте, хорошо? Постараюсь. И если можно, давайте отложим этот разговор на другой раз. Пожалуйста. В общем, пока не очень все это прояснилось. Я вчера общался с женой Заславского и ее сестрой. Ничего принципиально нового они мне не сообщили. Анна говорит, что была пьяна и ни черта не помнит. Яна вообще не пьет, но тараканы у нее в голове еще те. Ты кино любишь? Чего? Я спрашиваю тебя, ты любишь кино? Ну, люблю. Угу. Тогда смотри. Как это понимать? Что это еще за домашнее видео? Она что, совсем сдурела? Кто? Как кто? Яна, сестра жены Заславского. А при чем здесь она? Как при чем? Потому что на пленке она. Я когда вчера с ней беседовал, она на меня набросилась. Она на тебя? Она на меня. Ой, такого маленького, такого беззащитного. Ну, вы же не думаете, что я набросился на сестру жены нашего бывшего клиента? Не думаю. Спасибо. Я вообще не понимаю, при чем здесь сестра жены. Сегодня в 9 часов 30 минут Анна Заславская принесла эту кассету. Она была возбуждена, напугана и умоляла оградить ее от домогательств наших сотрудников. Наших сотрудников, которые пытались ее изнасиловать. Ах, вот даже так? Но я вам отвечаю, что на кассете не Аня, а Яна. Дай. Они близняшки. Одинаково одетые? Нет. Анна была в тот день в другом. Хотя как я это докажу? Ну вот, видишь, начинаешь уже соображать. Мебель. Диван. Нет, диван такой же. Да тут ни черта не разобрать, какой диван. Дед, я не понимаю, к чему мы клоним. Он не понимает. Повторяю и объясняю еще раз. В 9 часов 30 минут госпожа Заславская принесла кассету, но не сюда, а в ментуру. Ты понимаешь, что это значит? Понимаю. Да ни хрена ты не понимаешь. Госпожа Заславская накатала на тебя заявление. Так что горишь по 131-й. Сейчас сгоняю к ним, перетрем. Никуда ты не сгоняешь. Они сами сюда сгоняли и перетерли мне все мозги. Ты что думаешь, что они меня все там так любят? Ха. Да, помнят, да, уважают. Но врагов у меня там, как на сучке блох. Так что благодаря тебе наша скромная контора может закрыться на раз. Если уже не закрылась, да, и лицензия. Спасибо тебе, дорогой. Ну, вы же понимаете, что меня подставили? Я-то понимаю. Но и не принять мер я не имею права, так что отдел я тебя отстраняю. Да и дела-то никакого нет. Сам сказал, нет клиента, нет дела. Ну, а мне-то как быть? Сидеть дома и ждать ареста. Свободен. И чтобы к ним к обеим больше не приближался. Thank you.
Ну вот что за люди, а? Ну что, не могли пакет дать, а? Чего надо? Помочь? Сам донесу. Так я же не о том. Судя по твоему лицу, веселая компания тебя не ждет. Да и девушки с 5 бутылками не ходят. Вот я и подумал, что грех пить в одиночку. Врешь. Нет такого греха не пить в одиночку. А как же уныние? Уныние-то грех. Слышь, друг, отвали, а? А то ведь гнев тоже грех. Я сейчас разгневаюсь и по рылу тебе настучу. Не обижайся, просто уйди, а? Ну еще кто кому настучит? Чего? Не сожалея былом, ибо в одну реку не войти дважды, а значит, одну бутылку дважды не разбить. Ты что, поп при погонах, что ли? Не, я Леха. Леха прапор. Ну, а я Петр. Петр домогатель. Бывает. На границе тучи ходят хмуро, край суровый тишиной объят. На высоких берегах Амура часовые родины стоят. На высоких берегах Амура часовые родины стоят. Хороший у тебя голос. А, да. Ты в хоре не пел? Не, да, голос да. Это у меня от батьки. Вот у кого голос был, стекла звенели. Шаляпин. Так он что, певец был, что ли? Нет, тоже служил. Где? Ну, в церкви. Служитель культа, ну, поп. Проще говоря. А, вот это откуда у тебя в одну реку дважды не войдешь. Значит, отец поп, а ты пограничник. Династия? Не понял. Ну, он вроде охранял границу добра от зла. Каждый должен охранять те границы, на которые сил хватает. Ладно, философ, наливай. А я своего отца вообще не помню. Умер? Не знаю. Бросил он нас, когда я еще маленький был. Да. Тяжело без отца. Да нет. То есть его сначала не было, а потом он вроде как появился. Это как? Детство у меня дворовое было. Уличное детство. Мать на двух работах. Не справлялась она со мной, в общем. Там одно, другое. Короче, подворовывать я начал. Сначала в одиночку. Потом с пацанами. Так, мелочевка, ничего серьезного. Потом познакомился с пацанами постарше. Стою я раз на шухере, меня мент один из грабастал. Высоченный такой, прям дядя Степа. Пацаны в рассыпную, а он меня за шкверно держит. А на них даже вообще не смотрит. Потащил меня в отделение, и такое зло меня взяло. Я говорю, я вам все равно никого не сдам. Ну, почему вы меня схватили, а за ними даже не побежали? Ну, это несправедливо, это нечестно. Что же мне бандиты нашли? А он говорит, за ними бегает только сапоги пачкать. Кореша твои конченые, они сами на зону дойдут. А вот тебя еще ловить не поздно. Педагог. Макаренко отдыхает. Ну и стал он вроде как за мной присматривать. Домой приходил, у матери спрашивал, как я себя веду, как уроки. Мать сначала испугалась, но милиционер все-таки, да?
А он ей ничего не рассказал. Ну, сказал, что вроде по долгу службы. Обязанность такая. Мать потом спрашивала, он, оказывается, про каждую семью в своем участке все знал. Вот такие раньше были участковые. Ну, потом, когда я подрос, он меня к своему делу пристроил. Какому? Дело нехитрое, нужное. Ментовское дело. Так ты мент? Был. Да весь вышел. С начальством во мнениях не сошлись. Поперли меня, короче. Так он меня снова спас. К себе на работу пристроил. А может, это даже лучше, чем отец? Конечно, лучше. Он же дед. Дед. Гонит неудачников по миру с котомкою. Жизнь текет меж пальчиков. Алло. Паутинкой. Кто бы ты ни был, говори громче, ни хрена не слышно. Алло, Волков, это ты? Нет, Волков, это не я. А ты кто? Я? Я Леха Прапор. Ну-ка, Леха, позови Волкова к трубке. Это нереально. Волков сейчас разговаривать не может. Почему? Ну, это слишком личное. Послушай, ты личный прапор. С тобой разговаривает генерал. Отвечай по форме. Где Волков? Отторгает продукты питания. Ай, мать вашу. Абонент недоступен. Оставьте сообщение после звукового сигнала. Девочки мои, эта игра стара как мир, а, возможно, даже еще старше. Во все века и времена люди пытались что-то найти. И что же? Кто-то друга, кто-то подругу, кто-то врага, а кто-то истину. И вот мы искали, а оно от нас спряталось. Кто оно? Блаженство мироздания. Сладкая моя. И называется эта игра «Дорогуши, прятки». Сейчас я, быстрокрылым эльфом, упорхнув в ту комнату,
а вы будете прятаться, да? Я сосчитаю до 10 и пойду вас искать. И ту, которую я найду первой, то и повезет. Правило понятно? Да. Я иду считать. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, я иду искать. Ага. Опа! С ума сошли, что ли? Так же и Кондратья хватить может. Прости, не хотел я тебя пугать. Что вы здесь... Как вы здесь оказались? Надо поговорить. А позвонить по телефону никак нельзя было? Слушайте, как вы сюда вошли? Да это не важно. Ты мне скажи, тебе Волков кто? Друг? Или так просто? Ну, знаете, это философский вопрос. Друг! Друг! В печень только не стреляйте. Ему помочь надо. А девушки? А девушки потом. Ты кто? Я-то? Я меч карающий, око недреманное и стакан рассола одновременно, и имя мне Александр Адашев Гурский.